«Мама, папа, я, счастливая семья» звучит действительно здорово. Но в жизни у кого-то сдают нервы или не сходятся характерами, и родители принимают решение развестись. Как в этой ситуации быть детям? Здравствуйте, вы смотрите ток-шоу «Твердый знак», и я его ведущая Виктория Новикова. И сегодня мы поговорим о разводах и как их переживают дети. У нас в студии есть герои, кто не понаслышке знает, что такое развод в семье. Саш, хочу предоставить слово тебе. Расскажи, пожалуйста, сколько тебе было, когда твои родители развелись? Ну, мне было где-то примерно 3 года, я сам этого особо хорошо не помню. То есть сам процесс непосредственно я вообще не могу описать, только то, что было после. То есть, родился... Зачали меня под Новый год, все дела, точнее, после Нового года, поэтому брак по залету. Но, в принципе, родители друг дружку любили и до сих пор нормально общаются. И то, что разведутся, было делом времени, но там сложная ситуация, например, 90-е были. С деньгами проблемы, жили во второй, вторая квартира, грубо говоря, с бабушкой, все дела, и поэтому она настояла на разводе, и в итоге вот к этому все привело. Из минусов развода, да, то есть нервов никаких не было, тоже банально не помню, повторюсь, это проблемы с воспитанием, потому что воспитывался я в классической однополой российской семье, то есть мама-бабушка, и это в итоге, приводит к не самым хорошим последствиям, особенно, я думаю, все-таки для мальчиков, то есть проблемы социализации и прочее. А так, никаких таких травм не было, то есть легко пережил относительно. Ты с папой сейчас общаешься? Да, он непосредственно в Казани живет, я поэтому в КФУ поступил. Вот, опять же, стоит отметить то, что если бы он остался в Пензе с матерью, он бы, не поднялся, скажем так, по карьерной лестнице так высоко, это очень тяготило бы его. И вот после того, как твои родители развелись, они как-то с тобой это обсуждали вообще? Почему они пришли к такому? Не особо. То есть отца я к тому же редко видел, а об этом они особо не разговаривали. Так просто мы вместе гуляли, и все, когда он приезжал все-таки. А сейчас у тебя какое отношение к разводу? Вот ты как бы хотела подойти к выбору своей избранницы? Так, пока не найду свою, ту самую, единственную, буду продолжать поиски, вне зависимости от того, есть дети или нет? Как сказать... не любит, если там какие-то проблемы, но не терпеть же, то есть правильный выбор было бы именно разойтись, то есть в семье, в которых люди друг дружку не любят, по-моему, даже детям было бы сложнее именно в этом плане, то есть всякие эти постоянные ругань, это давит намного больше, чем отсутствие, вот так вот. Спасибо большое. Дарья, расскажи, пожалуйста, нам свою историю. Мне было 10 лет, когда мои родители развелись. Потом еще год мы жили вместе, поэтому, сам процесс бракоразводный я не поняла. А после развода мы разъехались через год, но я не прекратила общение с папой. У меня еще есть младший брат. Нас папа забирал каждые выходные, то есть папа очень сильно настаивал на то, чтобы нас забирать. Мама не препятствовала этому, даже наоборот, была всегда за. Также мы ездили вместе отдыхать. Достаточно часто проводили вместе время, но все равно не хватает того мужского внимания, какого бы я получила, если бы они остались вместе. Ты знала, почему твои родители развелись? Да, я знала. Мы это обсуждали с мамой, даже иногда с папой. Вот. Я плакала, частенько плакала из-за того, что они развелись, потому что любой ребенок хочет, чтобы его мама с папой были вместе. То есть, дети обычно не задумываются, почему они разводятся. Вот. Сейчас у меня папы нет, его не стало. Вот, это еще тяжелее. И я поняла, что, с уходом родителей уже, не то, что пропадает желание, чтобы они были вместе, но вот того переживания, что лучше было, если бы они были вместе, его уже нет. То есть все равно приходит осознание, что, нет человека, они нет брака. Они сделали это к лучшему. У тебя такое ощущение? Что папа умер? Нет, что у тебя родители развелись. Нет, ни в коем случае. То есть ты думала, что они могли сохранить семью, и все могло наладиться? Можно было, но это их дело, это взрослые отношения, я не могу
туда лезть, если можно так выразиться. Вот. А ты как считаешь, нужно ли сохранять брак ради детей? Так, это сложно, но ради детей, если люди ссорятся постоянно, если происходят скандалы, и если дети видят, что мама с папой ругаются, и они плачут по этому поводу, то я считаю, конечно, лучше развестись. Но если есть хоть малейший шанс не разводиться, то лучше не делать этого. Спасибо. Как раз в студии присутствует Мария, вот она категорично кивала головой о том, что не стоит сохранять брак ради детей. Пожалуйста, Мария, вам слово. Расскажите, пожалуйста, о ваших разводах, почему это происходило. Ну, первый раз я вышла замуж, первый развод, вернее, он ранний брак, вот, мне было 16, муж был 20. Но у нас была большая любовь, у нас в браке родилось двое детей, то есть мы первые 2 года мы жили счастливо, то есть все было замечательно, все было в понимании, в любви, в гармонии. Ну, и видать то, что муж был слишком молодой, ему хотелось погулять, и все, не нагулялись, ну, я-то как бы занималась детьми, семьей, вот. Ну и пошли гулянки, пьянки, измены. Ну, терпела года, наверное, 2-3 вначале. Потом уже просто, ну, как бы такое равнодушие, то есть, потому что родители, надо жить ради детей. Вот ради детей вы должны сохранять брак и с его стороны, и с моей стороны. Но я не вижу в этом смысла. Почему? Потому что когда, если между людьми нету никаких чувств и абсолютно равнодушие, дети страдают от этого. Потому что это постоянные скандалы. А для них же как? Мама, папа, они же не понимают, из-за чего мы ругаемся. Для них мама, папа, значит, должна быть любовь, семья, идиллия. Вот. И когда мама с папой ругаются, потому что они любят маму и также любят папу, для них что мама, что папа, мы одинаковые, я так считаю. И поэтому для них очень больно, когда мы ругаемся, когда мы ругались, когда у нас были и драки даже. То есть доходило, ну, абсолютно разные были, как бы, действия со стороны мужа моего, бывшего. А второй брак? А второй брак, мы разошлись, прожили мы 7 лет в итоге, скрипя, как бы, вот. Второй брак получился так, что, наверное, он неосознанный брак. Почему? Потому что у меня была психологическая травма, потому что это был, ну, будем говорить, первый мой мужчина, мой муж. И вот это предательство, вот эта боль, как-то вот оно сказалось. Почему? Потому что получилось так, что когда мы разводились, у него уже была девушка беременная, как бы, от него. Да, у меня не было к нему чувств, у меня не было к нему уже никаких, как бы, ну, вообще, привычка, говорят, да, нет. Но в то же время мне было очень больно, то, что он вот, ну, на стороне, вот это психологическое переживание, наверное, все-таки толкнул меня на этот шаг. Глупый он шаг, по сути. Он ненужный, потому что я считаю, что нужно по любви выходить замуж и по любви рожать детей, потому что дети другие, которые рождены в любви и в счастье растут, видят, когда родители счастливы, говорят слова любви. Вот. Потому что я 4-го ребенка родила в любви, в большой любви, и вот это очень видно. Это вот последний, как раз последний, у вас, получается, да, у вас 3-й брак. Да, да. И это действительно, вот, ну, у меня все дети замечательные, слава богу, ничего не могу сказать, то, что там все добрые, все красивые, все любящие, любимые, слава богу, да. Но в то же время все равно, глядя на 4-го ребенка, я понимаю, что все-таки в любви, вот в большой любви, именно вот он растет в любви, он совсем другой. Он добрый, он какой-то, он солнышко. Вот мы где бы в садике, его все прям вот, наше солнышко пришло, наше солнышко. Вот, и поэтому, и буквально второй брак, он был, мне было морально очень тяжело. То, что муж у меня тут же женился. И, видать, вот это вот какая-то вот, ну, травма, что ли, психологическая. Я встретила мужчину, мы с ним повстречались буквально какое-то недолгое время. И я просто вот, ну, мне была нужна защита, крыло. Утешение. Утешение, да. И именно потому что я была, что, молодая девчонка, у которой на руках, ну, двое детей. И, соответственно, хотелось какой-то защиты, какой-то вот, ну, куда-то уткнуться, потому что я еще жизни-то и не знала, что мне было-то 22 года, когда я развелась с мужем. 22-23, вот так где-то. Вот, и сделал вот этот шаг, он просто через год, через 2 года мы разошлись. Потому что я поняла, что уже беременная, будучи беременной, я уже поняла, что это не мой человек. Это просто было психологически, вот, как на фоне травмы какой-то, вот мне нужно было кто-то, и все.
И я поняла, я просто пошла и подала на развод. То есть инициатором была я, мы, то есть, в общем-то, он даже, мне даже его в какой-то степени жалко, потому что он мне сказал, почему ты так поступила. Он женился, ему было 32 года, то есть у него не было до этого ни браков, ни детей, у него единственный сын, и... Ну, я говорю, ты извини меня, но ну, вот так бывает в жизни. Зато я была честна, то есть я не стала жить ради детей, опять же, ради ребенка, потому что это не жизнь, это каторга. Я так считаю. И, Мария, вот вы разговаривали с детьми по поводу ваших разводов? Вы знаете, если честно, у меня такие активные дети, да, мы с ними, они, знаете, вот для них вот только мама, почему-то им нужна только мама. Я с ними не разговаривала, но они общаются и с мамами, и с папами, и, то есть, соответственно. Но я не могу сказать, что у них для них такая большая травма. Может быть, просто они мне этого не говорят, опять же. Вот это другой вопрос, да. А так все вроде довольны, счастливы, все вот сейчас у меня взрослые уже 20 лет дочери и 18 лет сыну, тоже у них девушки, парни, то есть все, ну как бы вот живут, как сказать, солнечно живут, ни в каких-то депрессиях, ни забитые, ни зашуганные, то есть, в общем-то, наверное, все-таки я смогла им дать какую-то вот, ну, восприятие жизни, именно что вот любовь, что чувство, вот, потому что все окрыленные, слава богу, все цветущие, как бы поющие, танцующие, ну, вот, в общем-то, ну, я не могу сказать, что прям вот так вот коснулось нас этого, вот, ну, что у них какие-то там на фоне этого. Мария, как вы думаете, вот глядя на вас, они также будут относиться к браку? То есть не получилось, они будут искать свою половинку дальше? У них есть в этом отношении какая-то легкость, так скажем, в выборе партнера и заключении брака? Вот по этому вопросу мы всегда разговариваю со своими детьми. Почему? Потому что я всегда им говорю, не надо делать шагов таких быстрых, ускоренных, потому что жизнь, она... у вас только начинается еще, и цепляться там вот, ой, вот встретила, влюблюсь, надо пожить, посмотреть. Нет, то есть я, наоборот, категорично отношусь к этому. Я не жалею в то же время, что у меня есть дети, что я была два раза, но я бы, например, хотела бы выйти один раз в жизни и навсегда. Я так и думала, просто, ну, то, что были мы молодыми, получилось так, как получилось. Вот. Хорошо, спасибо вам большое за вашу историю. Сейчас предлагаю посмотреть нам небольшой опрос, что думают наши казанцы о разводах. Как вы относитесь к разводам? Не очень хорошо. А у вас полноценная семья? Да, конечно. Замечательно. А как вы считаете, нужно ли сохранить брак ради детей? Ну, если людям жить тяжело, то, наверное, не стоит. Я не знаю, как к этому можно относиться. Если уж люди вместе совсем не вмоготу, то, мне кажется, нет смысла тянуть, и надо развестись, попытать счастье в другом. Но, прежде всего, конечно, нельзя торопиться этим. Надо попытаться найти сначала какой-то компромисс, обсудить все это, попробовать решить, возможно, привлечь родителей, к психологу, к семейному сходить. А если уж совсем вот противоречия непримиримые, то, конечно же, как говорит индийская пословица, лошадь сдохла слезь, и надо развестись и попытать счастье в другом. А стоит ли сохранять брак ради детей? Я думаю, что стоит. Нужно аргументировать, да? Да. Ну, потому что, мне кажется, это одна из причин, чтобы создавать брак. Ну, чтобы продолжать род. И поэтому зачем же тогда разводиться? Вот. Ну, мне кажется, что если родители будут постоянно ссориться, то вообще нет смысла продолжать сохранять семью, потому что ребенку лучше расти, может быть, только с мамой, но у него будет гармония, чем постоянно слышать ссоры родителей. К разводу. К разводу? Все зависит от того, любят ли люди друг друга действительно. Я, в принципе, не против разводов, даже за, если вдруг ты не подходишь другому человеку, если вдруг ты это понял. Если это осознанное решение, а не просто так вот с бухты-барахты, дай-ка разведусь. Это, в принципе, хорошо. Многие сейчас, молодежь говорит, что терпеть ради детей? Дети вырастут. Ну, это неправильная мысль. Надо, наверное, до заключения брака проверять, что женскую, что мужскую половину в части того, что это твой человек или нет, и решать, идти с ним по жизни дальше, на всю оставшуюся жизнь или нет. Я в браке 32 года. Я счастлива. У меня растет, правда, жаль, одна единственная дочь. И я считаю, что разводы не нужны. За исключением, я допускаю моменты, в жизни все бывает, но их должно быть настолько мало, чтобы мы о них даже и не говорили.
Хочу предоставить слово нашим экспертам. Это Юлия Валентиновна Андреева, психолог, журналист, кандидат психологических наук. Юлия Валентиновна, вы услышали несколько историй, и вам, наверное, есть что сказать. Ну да, есть что сказать и с профессиональной точки зрения, и как журналист, и как психолог, и как человек просто, который тоже, в общем-то, переживал ситуацию развода. У меня от первого брака двое мальчиков, и сейчас второй брак счастливый, в котором родилась девочка. Ну, вот вы знаете, каждая история, она, конечно, индивидуальна. И в каждой истории нужно поступать, конечно, и смотреть. Ну, нельзя рубить всех, там, всех причесывать одной гребенкой и всех под одну подводить. Конечно, каждая ситуация очень индивидуальна. Насколько я услышала у Алексея, у Александра была ситуация, когда он, в общем-то, не совсем еще осознал, да, что произошло. Но, тем не менее, он правильно говорит, что последствия на всю жизнь, в общем-то, да, такие, какие-то результаты. Замечательно, что у обоих наших героев сохранились отношения с отцами. Это очень здорово. На самом деле, психологи считают, что где-то до 6 лет ребенок, вот вдумайтесь в это, да, во всем, что происходит в мире родителей, в каких-то ссорах, а тем более в разводе, винит себя. То есть он возлагает на себя чувство ответственности, чувство вины за происходящее. Невольно, конечно же, это происходит не через осознание. Впоследствии, после 6 лет, вот 6-10 лет, ребенок уже может прислушиваться к каким-то аргументам, что-то попытаться понять, что же произошло между родителями. И здесь, как вы правильно тоже задавали вопрос, очень важно, как родители объясняют, что же произошло между ними, почему произошел этот разрыв, да? Почему отношения завершились вот так вот, трагично. А развод – это действительно трагично, сейчас объясню, почему. Когда мы рождаемся, мы единое целое, наше женское, мужское начало, но многие говорят, что душа не имеет пола, и в нас присутствуют как женские качества – милосердие, любовь, сострадательность, заботливость и другие, да, так и мужские, волевые, целеустремленность и так далее. Ребенок, который растет в полноценной семье, он видит вот эти две стороны медали, и он полноценно, он стоит на двух ногах, да, и кроме этого у него еще такая любовь к самому себе равномерно очень распределяется. Если это мальчик, и он видит, что рядом мужчина, он реализован, он глава семьи, он сильный, у него закладывается основа самоуважения и самодостижений в дальнейшем. Если эта модель вдруг рушится, и мама говорит о том, что я его разлюбила, он безвольный, он плохой, получается так, что ребенок понимает, что он какую-то модель, может быть, неправильную в себе тоже выстроил, понимаете? Это может закончиться такой аутоагрессией, непониманием самого себя на каком-то этапе жизни. Поэтому очень важно, конечно, никаких эпитетов, никаких там оскорбительных замечаний. Попытаться максимально деликатно объяснить причину развода. Это вот первое правило, я считаю. Сложно. Это очень сложно, поэтому должны быть формулировки мягкие, но в то же время проговариваться должно все. То есть вот это ощущение темноты, пустоты, незнания, оно как раз формирует страхи у детей, которые тоже нежелательны, да? Поэтому нужно постараться объяснить, что мы не смогли с папой договориться. Там наши качества какие-то, наши мечты, стремления в жизни не совпали. Ну, то есть вот как-то пытаться разговаривать на эти темы. С другой стороны, о чем еще хотела сказать, то есть если мы... Понимаете, получается как? Есть семья, есть определенные структурные организации жизни. Вот и ребята тоже об этом говорили. Совместное, меня удивило то, что было совместное путешествие после развода. Это замечательно. Потому что самое главное, что теряет ребенок, это четкая организация жизни. Там мама меня провожает в школу, папа меня встречает, мы идем на воскресный там куда-то в цирк, там еще что-то, да? То есть существует какой-то регламент жизни. И как говорил Эрик Берн, основатель трансактного анализа, это один из видов структурного голода, вернее, один из видов голода человеческого, структурный. Человек должен, его жизнь должна быть хорошо организована, тем более жизнь ребенка. То есть ребенок должен хорошо понимать, как пройдет сегодняшний день, как завтрашний. Это основа его психологической безопасности.
То есть поэтому важно как можно дольше сохранить для ребенка привычную, привычную для него атмосферу. Но при этом важно еще вот какие два момента учитывать. Во-первых, как наша героиня, мама, рассказывала о том, что пережила очень сильное эмоциональное потрясение. Действительно, в этот момент женщина находится в неадекватном состоянии. Да? Это эмоционально очень, очень сильный стресс, сильные переживания. И ребенок считывает эту эмоцию, и он сам погружается в состояние страха. Там, он испуган, он не понимает, что будет происходить дальше. Он расстроен, он переживает за маму, пытается ее как-то утешить. То есть нужно не забывать о том, что надо здесь держаться, но как мы можем? Мы же не роботы, да? Мы не можем одеть маску и сохранить в каком-то эмоциональном состоянии себя. Поэтому мы здесь, скорее всего, знаете, нужно сделать то, о чем, может быть, мечтал всю жизнь. Поехать в какое-то путешествие. Занять себя и ребенка какими-то, ну, позитивными переживаниями, позитивными эмоциями. Спасибо. Давайте, пожалуйста, слово Олег Викторович. Дадим вам доцент, кандидат наук Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, кафедры конфликтологии, заведующий центром медиации Казанского федерального университета. Спасибо. Ну, что касается семьи, то с рождением ребенка вообще семья переходит на новый этап своего развития. И поэтому в первые несколько лет происходит, опять же, открытие, какой отец, какая мать для ребенка. И на этом этапе как раз начинает утрачиваться та коммуникация, которая была до рождения, и нужно по новой эту коммуникацию конструировать. Если супруги это делают, то они могут дальше продолжать и жить в семье. Но если коммуникация утратилась, то дальше начинаются какие-то ссоры, да, и они уже как снежный ком, поэтому восстановить уже бывает сложно отношения. Поэтому мы и говорим, что можно воспользоваться услугами посредников, конфликтологов, которые могут помочь эту коммуникацию наладить и сделать ее более эффективной. Да. Ну вот как раз, да, с сентября 2016 года магистры кафедры конфликтологии, выпускники Центра медиации Казанского федерального университета стали работать на телефоне горячей линии, дабы, чтобы оказать поддержку молодым семьям, у которых произошли какие-то недопонимания, да, и есть возможность спасти брак. Немного расскажите именно о таких методах, как медиация. Чем она отличается от других методов, с помощью которых можно все-таки еще спасти семью? Ну, что касается горячей линии, то в данном случае речь идет больше о конфликтологическом консультировании, потому что звонит одна из сторон, там супруг или супруга, которая рассказывает: вот у меня ситуация непонятная с женой, я в замешательстве, что мне делать, какие варианты вообще вы можете предложить. Ну, человек ждет, что ему дадут какой-то ответ. На самом-то деле каждый случай, он уникальный. И сидят конфликтологи, которые могут продиагностировать случай, все-таки больше к психологу отправлять или на процедуру несудебного урегулирования споров, медиацию, да, к семейным медиаторам. Вот. И после диагностики уже как раз дается предоставлять информацию, где можно эти услуги получить. Вот. И конфликтологи как раз могут это делать довольно-таки профессионально. И, Виктория, может быть, вам будет что добавить? Вы как руководитель студенческой службы, конфликтологической службы, да, 1+1, а можете рассказать про истории? С какими историями обращаются сейчас молодые люди? Ну, как было указано, наши сотрудники студенческой службы конфликтологической помощи также задействованы и на горячей линии. Если рассказать про работу в университете, то сотрудники службы оказывают конфликтологическую помощь в виде консультирования либо той же самой медиации. Они являются посредниками, помогает сторонам услышать друг друга, с какими заявками к нам обращаются. Но чаще всего это бывают заявки по поводу взаимоотношений с родителями. Ну, семья — это такое место, где мы чаще всего бываем, и отношения самые близкие, поэтому и конфликты чаще там возникают. И они бывают часто очень сложные, когда самостоятельно сложно справиться. Поэтому студенты обращаются либо к психологам, либо вот к нам, конфликтологам. И мы, соответственно, уже стараемся помочь им. Хорошо, что вы есть. И я надеюсь, что вы будете действительно помогать. А вот есть какие-то уже отклики, что вы знаете, что вы действительно кому-то помогли в данной ситуации, они вас потом благодарят за это? Мы совсем недавно существуем, и вот с начала этого года у нас было несколько заявок. Пока обработана одна, и действительно человек понимает, что действительно моя ситуация не такая страшная. Я знаю, что я могу ее решить. Ну, вот такие вот.
Это очень хорошо, что люди знают, к кому обращаться, и вы оказываете им действительно помощь. Но у нас в студии есть еще те, кто вот-вот создадут новую семью, и послушать их было бы тоже очень интересно, что они думают вообще о браке. Осознанно ли вы подошли к этому шагу, и что для вас значит, например, если у вас появятся дети, укрепляет это, должно ли это как-то укрепить брак, и вообще стоит ли, например, сохранять семью ради детей, если вдруг что-то идет не так? Вот ваше мнение. Да, конечно, брак — это нужно подходить к нему осознанно, то есть это был такой... Была цель, да, нам было жениться, нам мы подсосали так осознанно, поговорили, решили то, что там будем, все-таки у нас будет играть свадьба и так далее. И всегда я говорил и буду говорить то, что именно к браку подходить надо с точки, с такой стороны, то, что надо выбирать, смотреть, как, ну, делать выбор, это уже выбор твоей жизни, нужно осознанно к нему приходить. Если не берешь осознанно, могут разойтись, и потом страдают, это всегда дети страдают. И именно создание детей – это очень ответственный шаг. Это, опять же, правильно говорится, то, что надо будет новые отношения налаживать с семьей и так далее. Это все, как говорится, правильно. Но чтобы создавать именно семью, потом детей и разводиться, когда у тебя здесь дети, ну, я считаю, что нужно все равно сохранять семью ради именно детей, потому что дети очень будут сильно за это страдать. И именно воспитание детей будет очень сильно страдать. Вы долго свои отношения вообще проверяли? На то, что вот приглядывались друг к другу? Ну, если честно, нет, потому что мы вот недавно с ним отметили 5 месяцев, как мы знакомы, так скажем, да, встречаемся. Через 2 недели мы женимся. Но мы друга проверили именно в работе, в коллективе. Мы очень пошли по трудных проблем вместе, потому что мы стоим оба в студенческих отрядах. Я Казанского федерального университета, она в Свердловской области. Мы ездили на север вместе работать, прошли много этапов, где выяснили друг друга. Именно такие этапы трудные, жизненные, показывают человека на полностью. И когда я увидел то, что она может справляться, я очень сильно с этого теперь доверяю. Юлия Алексеевна, давайте, может быть, что-то посоветуем. Да, очень здорово, что ребята в динамике проверяют свои отношения. Существует, бытует... как бы мнение такое, что нужно вместе пожить, да, гражданским браком, чтобы понять, как оно будет дальше. Но на самом деле, вот, ребята, абсолютно правильно, лучше в динамике, в работе, в профессии, где-то еще посмотреть, как вообще человек, насколько ответственен, насколько он целеустремлен, насколько он мотивирован на результат, на успех. То есть вот на самом деле, кто будет мыть тарелки, наверное, это уже вторично, да, вам важно увидеть вообще вот в контексте жизни человека, как он будет выстраивать свою траекторию развития. Потому что большинство браков люди расстаются, потому что они растут неравномерно. Кто-то остается ребенком, а кто-то делает карьеру. Я, знаете, вспомнила сейчас о том, что когда мне было 15 лет, я написала, я журналист, первая моя статья, первый мой репортаж был посвящен теме «Ранние браки за и против». Я отправилась в ЗАГС, взяла в статистику, пообщалась с такими парами. И в 15 лет я точно пришла к выводу, что рано замуж выходить не нужно. Нужно сначала понять себя, понять свои цели, задачи в жизни, кто ты вообще, как оно все будет. И уже потом выбирать своего спутника жизни. Когда я 18 лет стояла около, не у алтаря, а в ЗАГСе и на... столики регистрации, я подошла и смотрю, та женщина, которая нас расписывает, она буквально до слез смеялась, потому что именно у нее я брала интервью, и именно с ней мы пришли к этому выводу, да. Вот, так в жизни бывает. То есть одно дело умные схемы, а другое дело реальность. Поэтому, ну, на самом деле это жизнь, да, и любые ситуации в жизни, вы знаете, если... воспринимать их как процесс развития, как процесс преодоления ситуации, то, наверное, гораздо легче жить. Ну, я думаю, что в такой вот деятельной паре все получится. Ну и пример, что у Марии вот действительно был сложный путь, и в итоге очень хорошо, что вы пришли к тому, что вы так долго искали. Есть еще хорошие тоже истории о том, что семьи, родители живут очень долго. Вот расскажи, пожалуйста, немножко о том, как у тебя был всего, Василиса. Мои родители живут вместе уже 20 лет. Они подали заявление в ЗАГС всего лишь после недели, как начали встречаться. И это счастливый брак, действительно. Я вижу, что мои родители любят друг друга, и от этого счастлива. Не от того, что у меня полная семья, а от того, что я вижу, что
они счастливы. И даже не представляю, что бы было, если бы они развелись. Но как-то раз мама рассказывала мне историю, что через несколько лет совместной жизни она стала думать, что меньше любит моего отца. И даже задала ему такой вопрос, стоит ли нам продолжать вообще наши отношения. Но тогда он набрался мудрости, смелости, и сказал ей, что все пройдет, что все у нас будет хорошо, замечательные дети. И результат был прекрасен. То есть мы говорим то, что, наверное, в любой семье есть кризис, и вот вы знаете, нужно... очень правильная фраза прозвучала. Они счастливы друг другом. Дети – это результат их счастья. И когда мы заменяем цель и, скажем так, результат, да, это не совсем правильно. Детям хорошо тогда, когда рядом любящие родители. А если родители друг друга не любят, ненавидят, может быть, даже, идут разными путями, и их держат только дети, представляете, как тяжело этому ребенку. Это фактически в этот момент родители навешивают чувство ответственности, вины и вообще за неудавшуюся свою судьбу вины, да, навешивают на ребенка. Мне кажется, вот это ужасное испытание. И вот очень здорово сейчас прозвучала эта фраза. Еще такие положительные стороны, что я чувствую и материальную поддержку от отца, потому что он много работает, и моральную поддержку от матери, с которой мы много разговариваем на любые темы. Со всех сторон я окружена любовью и заботой. А тоже прокомментирую немножко. Очень еще вот такой важный момент, когда одна женщина воспитывает ребенка, а я тоже оказывалась в такой ситуации. Важно давать, с одной стороны, чувство бесконечной, безвозвратной какой-то, бескорыстной любви материнской. Я тебя люблю таким, каким ты есть, каким ты рожден. А с другой стороны, демонстрировать отцовскую любовь. Докажи мне, покажи, я хочу тебя уважать. Вот тоже очень важно эти вещи совмещать в воспитании ребенка. Несмотря на то, что мы сейчас поговорили о том, что нужно всегда искать счастье, и не нужно терпеть каких-то невзгод, хочется сделать больше акцент на том, что нужно больше проверять свою вторую половинку и все-таки не делать поспешных выводов в создании своей семьи. Это касается нашей все-таки молодой аудитории. Поэтому я желаю всем крепких семей и тем, кто сейчас только-только станет на этот путь. Давайте сделать так, чтобы разводов было как можно меньше, и дети просто не знали такого слова и того, что можно выбирать как-то еще между мамой и папой. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам на программу. Вы смотрели ток-шоу «Твердый знак». Для вас его вела Виктория Новикова. Увидимся с вами на следующей неделе.